Ваше превосходительство, мое пребывание в вашем городе затянулось. Нет ли вестей из Константинополя? Константинополь, скажи, Константинополь молчит. На редкость упрямая птица. Господин губернатор, я прождал уже больше месяца. Ваша затея, господин Шлиман, выглядит странным чудачеством. Разумные люди не ищут сказочных городов. Кто бы о них ни рассказывал, Гомер или Шахерезада. Троя существовала так же реально, как и Гомер. Так же, как и мы с вами. Не более, чем предположение, господин Шлиман. Не более. Однако великий визирь проявил милость. Он подписал ферман, который позволяет вам вести археологические поиски. Константинополь. Умница! Как давно у вас этот документ? На прошлой неделе прислали специальной почтой. Нет, ну какой молодец. Все-таки сказал. Тогда почему вы сразу не сообщили мне об этом? Я теряю драгоценное время, и выяснилось, что я мог бы начать экспедицию уже несколько дней назад. Я вас не задерживаю. Хочу лишь обратить ваше внимание на 6-й пункт фермана. Поймите, что я ищу не для себя. Место моих находок в музее. Я просто возвращаю миру его прошлое. Господин Шлиман, мне остается только недоумевать. Как вы смогли добиться того авторитета, что имеете за пределами Турции? Сначала вы заявляете мне, будто Троя существовала не только в воображении Гомера. Ладно, не стану спорить. Неужели вы, господин Шлиман, всерьез надеетесь убедить меня, что ферман великого визиря чем-то плох? Хороший товар, господин Шлиман. Да где ж хороший? Посмотрите сами, господин Сатирайкс. Мои компаньоны в Греции рекомендовали вас как надежного поставщика. Груз был тяжелый. Так мне и нужно будет тяжелое возить. Камни, землю. Хороший товар. Лучше вы на всем побережье не найдете. Из Англии. Можете выписать? Из Англии. В Англии хороший товар, но дороже выйдет. А, пускай. Скажите для Шлимана, вам скидку сделают. А, вот это очень хороший. Господин Шлиман, этот молодой человек давно вас ищет. Господин Шлиман, меня зовут Рупер Дизли. Я журналист, вы обещали мне дать интервью. Дизли? Да. Дейли Телеграф? Нет, Сэнди Мэйл, я пишу для Сэнди Мэйл. И вы обещали мне рассказать об археологии. Держите. Угу. Прошу. Бейте. Плохо. Надо писать для газет с приличными тиражами. Так вы знаете... Бейте. Вы знаете, я только приехал из Европы специально для встречи с вами. Понимаете, я боялся вас упустить, потому что в прошлый раз, когда я приехал на Корфу, я вас не успел застать, а теперь видите, получилось. Ну, а вот это правильно. Упорство – главное условие успеха. Довольно. Дайте ее сюда. Забудьте о Санди Мэйл. Вы будете писать для Daily Telegraph, Times, Washington Post, Figaro, также для Carriere della Sera, Zeit, Петербургский вестник. Вы владеете этими языками? Нет, к сожалению, нет. Ну, так какой же вы журналист? Я свободно говорю на 15 языках. Вы знаете, это мое упущение, господин Шлиман. И ничего, переведут. Это товар хороший. Ну, я же вам говорил. Вы будете регулярно посылать им отчеты об экспедиции Генриха Шлимана. Угу. Мы отправляемся завтра. То есть куда? Как это куда? На поиски Трои, разумеется. Или у вас есть другие предложения? Нет, конечно, нет. Вот хорошо. Тогда завтра жду вас в отеле Гранд Сераль. Ага. По 100. До завтра. Да, кирки и лопаты возьму по 100 штук. Хорошо. Тачки пусть английские будут. Угу. Большой человек. По всему миру торговал.
очень большое состояние. Очень. На нашей девушке женился. И правильно. Лучше гречанок никого нет. Седло купите? Нет, извините. Прошу вас, господа. Ну что же, Антуан, начнем. Наконец-то. Завтра мы покинем этот город, который, признаться мне, уже изрядно надоел. Мы были настойчивы, и мы своего добились. Нам разрешено вести раскопки на территории Турции. Мэтр, вы видели, что они пишут в шестом пункте? Ну, а что я могу поделать с человеческой жадностью? Половину найденного мы должны отдавать турецкому султану. Не знаю, как они будут делить, пилить статую, ломать все напополам, но туркам будет сложнее отобрать найденное, если экспедиция приобретет мировую известность. Поэтому я пригласил. Кстати, вот и он. Господин журналист, прошу к нам. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Пора. За Константинуса, за Никоса, за Леонидаса, за всех наших. За Трою. Приятное соседство. Это же полковник Азал. Да, это он. Вы его тоже знаете? Нет, к счастью, нет. Он теперь личность известная. Полковник недавно подавил греческое восстание на одном из островов. Угу. Это каждодневная опасность, она только обостряет чувства. Более с вашей охраны. Вот да. Ну так что, попробуем? Что надо? Если... Более ваша орден. Ваш орден вы режете. Только не ну как он, так же сладок, как нашу победу? Уходим, Тео, скорее. Сейчас она взорвется. Смотри, Деметриас. Хорошо. Господи, куда ее понесло? Уходим, уже ничего не исправишь. Мы должны отомстить за наших товарищей. Наши товарищи погибли, Деметриас, но их голоса звучат в моем сердце, и они говорят мне: нет, Тео, нет, мы не хотим этой смерти. Никос любил девушек, и Константинос любил. Леонидас тоже. Уходи один, друг, я должен ее спасти. Тео! Добро пожаловать в Турцию, мистер Дизли. Я не знаю, что хороший дефилер. Да здравствует свободная Греция! Хорошо, что эти греки так и не научились делать бомбы. Генрих Эрнестович! Мы здесь, Василий!
не волнуйся, никто не пострадал. Я слышал, громыхнуло, подумал, может быть, помощь нужна, но а так, простите за беспокойство. Все в порядке. Присаживайся. Ну, слава богу. Садись. Мистер Дизли, вчера, кажется, вы хотели меня о чем-то расспросить. Я? Да, или мне показалось. Ха, да, я хотел узнать, как вы начали заниматься археологией. О, это было давно, еще в детстве, когда на Рождество мне подарили всемирную историю в иллюстрациях. Но тогда слово археология я еще не знал. А потом? Потом я вырос, занялся коммерцией. Торговал сначала в Голландии, потом в России, продавал лес, селитру, ткани, да много еще чего. Интересовался древностями, собрал неплохую коллекцию раритетов. Но неизвестно, чем бы все это обернулось, если бы однажды Василий не потерял свой нож. Да. Ну, что скажете, Генрих Эрнестович? Подделка или настоящий? Давайте о делах позже. Петр Акимович, эту еду нельзя есть холодной. Спасибо, Захар. Рецепты восточной кухни восходят к идеям древних философов. А вы, Генрих Эрнестович, уверены, что эти идеи, они безопасны для русских желудков? Не сомневайтесь, Петр Акимович, наши поросята куда вреднее. О, не скажите, не скажите. Так. Ой, ну-ка. А на вкус-то гораздо лучше. Вкус этих восточных яств, по-моему, лучше, чем их внешний вид. Несоответствие внешнего облика внутреннему содержанию. Обычное дело, Петр Акимович. Тоже можно сказать и о вашем мече. Как? И с мечом тоже несоответствие? Да, на вид железка, и цена ей, можно подумать, невелика. А на деле реликвия. Никогда не думал, что буду держать в руках настоящий меч Рюрика. Поздравляю, Петр Акимович. Вы обладатель исключительного раритета. Однако мне казалось, что этот меч принадлежит князю Паскевичу Ереванскому. Откуда он у вас? Боюсь, Генрих Эрнестович, я не могу себе позволить. Ну, видите, я меч. Значит, это Рюрик меч? А я, признаться, думал, не слишком ли он простоват, что ли, для такого правителя. Так ведь он не для парадов был предназначен. Тогда они уже подмут вас. Ну, а как можно доказать? Но ведь у Рюрика был меч. Да. Так почему бы не... Хо,
Что, это все доказательства? Нет. Не все. Извольте взглянуть, Петр Акимович. Это самое известное изображение Рюрика. И меч, который он держит в руках, очень напоминает ваш. Та же форма клинка с закругленным острием, тоже квадратное сечение перекрестия, говорят нам о северном происхождении оружия. Такие мечи характерны для шведов, норманов, варягов, коим и принадлежал Рюрик. Но мне кажется, на гравюре меч несколько длинноват. Да, мой определенно короток. Верно, верно. И именно это подтверждение его подлинности. Как так? Что за парадокс? Никаких парадоксов. Вы же понимаете, что гравюра — это не прижизненное изображение князя. Возможно, художник решил несколько увеличить длину клинка, дабы основатель династии выглядел повнушительнее. То есть, иными словами, эта гравюра ничего не проясняет? Напротив. Если бы кто-нибудь задумал сделать подделку, то воспользовался бы именно этим рисунком и сделал все точно. Так, значит, мой меч подлинный. Значит, у вас сомнений нет. Увы, Петр Акимович. В одной из хроник я нашел слова, якобы сказанные Рюриком незадолго до его смерти. Княжил и владел я по справедливости и крови. Мой меч не знал. Довольно странные слова. Правление Рюрика никак нельзя назвать бескровным. Часто он самолично казнил врагов, а случалось, что и друзей. И такие методы в ту эпоху нисколько не порицались, а наоборот, поощрялись обществом. Так к чему же князю лицемерить перед смертью? Да, загадка. Загадка, загадка, загадка. И пока я ее не разгадаю, я ничего не могу утверждать касательно меча князя Рюрика. Помилуйте, как же не можете? Так вот же он, Рюриков меч. Петр Акимович. Ну? А продайте мне его. Так как же продать? Ну что? Ну ведь доказано, настоящий, подлинный. Ну а зачем он вам? А я за ценой не постою. Продайте. Нет. Петр Акимович, ну? Он же вам не нужен. Не-не-не-не. Простите великодушно, Генрих Эрнестович. Но нет. Спасибо вам за помощь. А может быть... Не-не, благодарствуйте за угощение. Пора мне. Что же, как вам будет угодно. Рад был помочь. Захар, проводи гостя. Может быть, у него действительно не было меча? Или Рюриков было двое?
Надо бы всем ворам извещение сделать, чтобы не бегали быстро. А то наша полиция животы наела и не поспевает за ними. Бедняжки. Нечестно это. Да я ж свистел! А они не испугались. Боже мой, куда катимся, а? Вместо того, чтобы встать столбом, преступники бегут, как ни в чем не бывало. И пусть у них даже и нога сломана. Да пусть они хоть безногие. Пока ты до них допыхтишь, они уже за Нарской заставой окажутся. Так далеко было, ваше превосходительство. Да в том-то и дело, Тищенко. Как только происходит преступление, наша полиция далеко. Всегда далеко. Ладно. Значит, у одного из них была нога сломана, так? Со всеми ты не мог. И нога изогнулась вся. А это ты издалека видел, да? А второй? Кто? Второй здоровый. Ему-то хромой, как пушинка. Поднял и дёру. Ладно, хромой, какая-никакая примета. Так это он пока хромой, ваше превосходительство. А нога заживет, что будет? А ты что? Ты что? Полгода его собираешься искать? Тебе что? Винную лавку ограбили? Да об этом деле все газеты отрубят! Сам оберполицмейстер сегодня здесь утром сидел! Это же меч Рюрика украли! Это же всероссийская ценность, идиот! Одно только могу сказать, не мои это были, не моего околотку! Да уж куда твоим? Куда твоим? Твоя шантропа ничего в настоящих ценностях не понимает. Нет. Здесь образованный человек сразбойничал. С культурой. А что, культурный и образованный самолично в окно полез? Ой, какой же ты дурак, Тищенко. Вам виднее. Какой же ты дурак. Ты уже пельменями не только живот свой забил, уже мозги. Ну как образованный человек полезет через окно? Нанятые были люди, нанятые. И мы, конечно, их скоро поймаем. Но меча у них уже не будет, потому что они той же ночью нанимателю этот меч отдали. А далее? И знаешь, Тищенко, мне кажется, что наниматель этот из иностранных был. Вам виднее. Но не может наш русский образованный человек на нашу святыню руку поднять. Что скажешь? Иностранца поди легче искать? Оно ж виднее. Они же все на примете. Виднее. Давай иди, всех собирай. Трое суток подряд будете искать, пока не найдете. Вперед! Иду. Могу я видеть господина Затрещина? Здравствуйте, господин Шлиман. Петра Акимыча нет. Хлопочет в поисках ценностей, что давеча у нас украли. Да, такая беда. А я как раз пришел к нему свое сочувствие выразить. И кому только совести хватило, господин Шлиман. Ведь Петр Акимыч, он же всем помогает. И на больницу деньги дал, и на часовню, и деткам в приютный дом. Иной, знаете, только для себя старается. А Петр Акимыч... Вещи-то, небось, ценные были? Ой, да чего ж красивые вещи. Я всякий раз, когда пыль стирала, налюбоваться не могла. И на меч тоже? Ой, нет. Меч он страшный какой-то. Да и трогать его нам строго-настрого запрещалось. Угу. А могу я посмотреть комнату, в которой меч лежал? Это в гостиной. Пожалуйте, господин Шлиман. Ничего, ничего. Я ненадолго. Меч вот здесь был. А здесь посвечник стоял со змейкою. А здесь купидончик с крылышками. Уж такой забавный. А здесь в этой шкатулке ожерелье лежало и перстень с камнем. А тут еще ящичек потайной есть. Его сразу не видать. Так из него слиток золотой пропал. А в той комнате у Петра Акимыча серебряные монеты хранились. Так и их уворовали. Так что же, выходит, похищенные ценности в разных комнатах были? И в той, и в этой. Любопытно. Очень любопытно. Митрох. Чего? 1000 рублей. Награда за сведения.
Чили. Розыск. Похищена российская святыня. Срамная карусель. Плати копейку, людей не пожалею. Здорово. Здорово. Срамная карусель. Здорово. И вам не хворать. Плати копейку, Чили. Людей не пожалею. Как нога? Помаленьку. Больно приметен этот Чиря со своим костылем. А Тищенко видел, что вор поломался. Будет искать Хромого. Увидит, поймет. Но с Тищенко-то мы договоримся. Даже не заикайся. Черта лысого ты теперь с ним договоришься. Видишь, как дело-то обернулось. Черт их дернул этот меч с собой прихватить. Да, где он теперь меч-то? И парень этот твой, где Васька? Мой. А кто это все придумал? Кто говорил, найдем чистенького, не из наших. Споем ему про злого купчину. Он за нас дело сделает, а мы его Тищенке сдадим. Тому повышение, нам приварок. Да какая разница, кто придумал? Важно, что его нет. Побрякушки оставил, а сам с мечом дёру дал. Думаешь, споет про нас? Да, чтоб себе петлю на шее завязать. Нет, струхнул он, вот и затихарился. Только нам его теперь первее полиции поймать надобно, понимаешь? Так не иголка, найдем. Может и так. А вот шире тянуть опасно. Надо решать сейчас. Надо так надо. Эй, ребятки, ну дозвольте инвалиду срам поглядеть. Ты. Господин Разыграев, судебный следователь. Скажи, нет дома. Слушаюсь. А впрочем, погоди, Захар. Зови. Разыграев, Кузьма Антонович. Чем обязан? Господин Шлиман, я веду следствие по делу о хищении так называемого меча Рюрика. Насколько мне известно, вы имеете знакомство с потерпевшим, господином Затрещиным. Да, как вы изволили выразиться, имею знакомство. Вы знали, что господин Затрещин приобрел меч Рюрика? Да, знал. Угу, знали. Вот как. А при каких обстоятельствах вам стало это известно? Мы отдавали должное китайской кухне. Угу. И господин Затрещин, зная о моем интересе к старинным вещам, принес свой меч.
А, извините. И попросил, чтобы я высказал свое мнение. И каково же было ваше мнение? Я сказал, предположил, что меч настоящий. Хотя не утверждал этого. Угу. А потом? Вы предложили господину Затрещину продать меч. А он отказался. Петр Акимович был весьма откровенен с вами. Я узнал это от другого лица. Захарка, от шельма, прогоню. Так что, Генрих Эрнестович? Генрих Эрнестович, вы хотели купить меч? Господин Разыграев, а почему бы вам просто не спросить меня, где я прячу меч, который умыкнул у купца первой гильдии Петра Затрещина? Я вас прямо спрашиваю, это вы украли меч? Нет, не я. Я, знаете ли, не люблю краденое, я брезглив. Брезглив? Вижу, вы собираетесь в путешествие? Да, я уезжаю. Окажите любезность, повремените. Подождите, Кузьма Антонович, мне кажется, что я смогу вам помочь. Я слушаю. Кину в воду, и нет улики. Железка обычная. А может, он никакой не Рюриков? Слухи одни. Ну, а если и Князев меч, ну что с того? Мне через это теперь в тюрьму идти? Утоплю. Утоплю. Куда его еще девать? Утоплю. Благодарим. Господин Шлиман, ну почему все-таки вы так беспокоитесь о возвращении меча? Я просто не успел закончить его изучение. Но давайте обсудим вашу гипотезу. Какую? Вы решили, что похититель – это образованный человек. Или, может быть, иностранец. Да, только для такого человека меч имеет ценность. А может быть, основной целью вора было как раз то, что обычно и привлекают воров – драгоценности. Их несложно спрятать, легко продать. А вот как раз меч он прихватил случайно, мимоходом. Ну, знаете ли, взять большой железный меч Но мимоходом... Но вы его не видели. Он вовсе не велик размером, скорее, длинный кинжал. Согласно криминалистической науке... Оставьте вашу науку. Вы помните, где лежал меч? В гостиной напротив окна. Верно, через которое преступник проник в помещение. Я не понимаю, а к чему вы клоните? Ну, а можете вы мне объяснить, дорогой Кузьма Антонович, почему, взяв меч, преступник не прихватил ценности, которые лежали на столе, а стал прыгать по углам, тратить время на потайные шкатулки, обшарил соседнюю комнату? Ага. Для чего? Да, это выглядит несколько противоестественно. Верно, верно, верно. И потом, кто знал о мече? Я да прислуга Затрещина. Но прислуга понятия не имела его ценности. А с тем, что это не я украл меч, мы с вами уже смирились. Так что предлагаю вам более естественную версию событий. Позвольте, позвольте. Значит так. Поначалу преступник не обратил никакого внимания на меч. Он ему был просто не нужен. Значит, вор обыскал гостиную, соседнюю комнату, и только потом, на обратном пути, взял меч. Просто потому, что взял. Ну, как вам? Блестящая догадка. Поздравляю, господин Разыграев. Спасибо, господин Шлиман. Я просто за научный подход к раскрытию преступлений.
А тогда кто грабитель? А вот для этого вы мне как раз и нужны, Кузьма Антонович. Скажите, пожалуйста, ведь у вас в преступной среде наверняка есть свои люди. Да, не без этого. А не могли бы вы распустить слух о том, что из Иркутского острога сбежал некий скупщик краденого? Скупщик? Угу. Приятного аппетита! Ваше благородие, дай копеечку-то безногому. Нет у меня. Вчера у Никиты Игнатьевича Кристина Митина. Ряженого послали. Зачем? Не знаю, человек со стороны. Разыграев сам его в дорогу снарядил. По какому делу? Секретному. Только известно, что он под скупщика балаганин. Мне и приказано, если увижу, не трогать. И пошел отсюда, чтобы я тебя не видел больше здесь. Ёлки-палки. Слышь, бать, не знаешь, кому вещичку можно скинуть? Вон, скупщик сидит. Этот, что ли? Говорят, хорошо платят. Правда? Часы не купите. Хорошая, добрая вещь. Благодарю. Вот он, скупщик, про которого Тищенко говорил. Думаешь, нас спасет? Может, нас, может, кого другого. Какая разница? Слышь, дядь, а может, ты у меня что-нибудь прикупишь? Прикуплю у тебя, если вещь стоящая. Стоящая? Больших денег может принести. Берешь? Не беру. Вещь старая, ленялая. Ты его еще в деле не видел. Ну, это можно и поправить. Эй! А ну, охолонись, убийцы! Васька? Ну, иди сюда. А ну, бросай! Митроха, уходим! Как вы, господин хороший? Живы? Thank you.
Так, 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 давай, давай, давай. Вот, аккуратненько. Вот сюда, на лавку. Вот так. Так, сейчас под спину. Вот. Да ты не опасайся, парень. Ну, пьют они у меня. Так что ж я теперь, злодей, что ли? Старух, глухая, как пень. Ничего не слышит. Посидите здесь, пока он оклемается. Ага. Меч. Где меч? Фу ты. Вот он. У меня. Я редко ошибаюсь в людях. Ведь ты... Василий. Ты, Василий, не вор. А вот мне приходилось ошибаться. Но ведь и вы не скупщик. Но меч-то ты украл. Украл. Ну? Украл. Есть один купчина злодей, ни стыда, ни совести. Хороших людей по миру пустил. Это за трещин-то? Он, точно он. Мне сказали, надо у этого купца награбленное забрать. Ну, я и пошел. А что не пойти-то за правду-то? Так что ж, по-твоему, если купец, то непременно мироед или хаимец? Затрещин, пожалуй, честнейший купец в Петербурге. Его работники чуть не молятся на него. Чё ж это, выходит, меня обманом в воровство втянули? Чё ж мне теперь на каторгу? Да нечего тебе на каторге делать. Скажи, зачем ты меч взял? А это как нечистый попутал. Мы как из того дома уходить-то стали, к окну подошли. Оно не открывается, переклинило. А я свой нож-то давеча потерял. Гляжу, вот тут рядом же хороший ножик лежит, старый, но крепкий. Я им окно подцепил, а потом дай, думаю, возьму. Он мне как раз по руке. Ну а потом-то чего не выбросил от греха? Я хотел. Ну? Хотел, но не смог. Я как узнал, что это самого Рюрика меч, ну, не смог я. Не смог, говоришь? Чё ж мне теперь? В тюрьму? Служить ко мне пойдешь? Век вам благодарный буду. Да это я тебя благодарить должен. Ты помог мне разрешить задачу, которую я считал неразрешимой. За счастливое возвращение реликвии. Спасибо, Генрих Эрнестович. Насчет того, чтобы продать, как? Не надумали? Помилуйте, я его только что обрел. А считал безвозвратно утерянным. Нет, 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 не могу. Ну вот видите, его еще и крадут. Неизвестно, сыщется ли он в следующий раз. А скажите, господин Шлиман, не имеете ли вы касательства к возвращению меча? Уж не вы ли та... Созидательная сила общества, о которой пишут в газетах. Как я вам уже и говорил, Петр Акимович, в хрониках я нашел странные слова Рюрика о том, что он не запятнал кровью свой меч. Да, помню. И только теперь я понял истинный смысл его слов. Я не химик. И не знаю, из какого сплава сделан этот клинок, но... На нем не остается следов крови. Предложение купить меч остается в силе. Да, но теперь... Да, именно теперь, когда подлинность клинка установлена, сделка будет абсолютно честной. Более того, Петр Акимович, я вдруг понял, что утратил всяческий интерес к торговым занятиям и уезжаю... Длительное путешествие. Поэтому я продаю свое торговое дело в Петербурге и готов уступить его вам по выгодной цене. С чистым сердцем отдаю его в хорошие руки. Что ж, Генрих Эрнестович,
Видимо, этот меч действительно должен принадлежать вам. Нет, Петр Акимович, в том-то и дело, что этот меч не может принадлежать ни вам, ни мне. Господин Шлиман, то, что вы сделали для российской истории, иначе как подвигом, я назвать не могу. Реликвия возвращена русскому народу и будет выставлена для всеобщего обозрения. От имени императорской археологической комиссии я сердечно благодарю вас. Позвольте мне ходатайствовать перед государем-императором о награде, размер которой я прошу вас немедля определить. Господин председатель, господа, по моему глубочайшему убеждению, возвращать народу его ценности – это не подвиг, а честь. Россия стала мне родиной. Этот меч – воплощение лишь маленькой толики моей благодарности вашему нашему Отечеству. Я пришел сюда с чистым сердцем и хочу уйти необремененной корыстными помыслами. И вам не нужно никакой награды? Надеюсь, с моей стороны не будет слишком большой дерзостью просить, чтобы рядом с выставленным мечом Рюрика была расположена табличка, в которой бы значилось, что святыня найдена благодаря скромному родению купца первой гильдии Генриха Шлимана. Ну что ж, я полагаю, мы сможем оказать вам такую честь. Ну, Сергей Григорьевич, голубчик, ну что вы мне принесли право слова? Мало того, что меч основателя русской монархии, бог весть какое время находился непонятно в чьих руках, мало того, что он был потом похищен, так и возвращен был, как оказалось, каким-то иностранным купцом. Нет, но... нет, нет, я это государю даже показывать не стану. Нет. Передайте господину Шлиману нашу глубочайшую благодарность и вознаграждение, от которого он так легкомысленно отказался. Вознаграждение обязательно передайте. Да. А меч выставите без сопроводительного текста. Он сам за себя говорит. Да. И знаете, пока все не улеглось, где-нибудь в сторонке. Понимаете? Да, без табличек. Никаких табличек про Шлимана не надо. Генрих Эрнестович, вам письмо. От кого? Из императорской археологической комиссии. Глубокоуважаемый господин Шлиман, к моему величайшему сожалению, не имею возможности удовлетворить вашу просьбу. От имени императорской археологической комиссии прошу принять вас... Вот как... Значит, нужно понимать, мое имя недостойно стоять рядом с реликвией. Что ж, может, оно пока и так. Ну так то ж пока. Собирайся, Василий, мы уезжаем. Куда, Генрих Эрнестович? Имя себе делать. Здесь, эфенди, вы говорили о колодцах. Здесь их три.
Здесь? Нет. Это несерьезно. Чем вам не нравится это место, мэр? А вы приглядитесь внимательней, мой друг. Василий, достань нам Гомера. Ага. Вот, молодец, положил его в самый низ, под сапоги и сковородки. София, милая, напомни нам из 22-й песни про источники. Первый источник струится горячей водой постоянно, паром густым он окутан, как дымом пожарным. Что до второго, то даже и летом вода его схожа. Или со льдом водяным, или со снегом, или с градом. Ну, теперь вы поняли, Антуан, два. Мы ищем два источника, а не три. Возможно, Гомер писал только два из них. Он был слепым, поэтому не заметил. Но нет, конечно. Но он сочинял поэму, а не составлял карту места. Он ничего не сочинял. Василий, хватит там копаться. Извините, Генрих Эрнестович, ума не приложу, куда мог ее запихнуть. А, вот она! Нам больше не нужен Гомер. Нам нужен термометр. Это? Впрочем, Гомера тоже давай. София? В современном научном мире существует два мнения о местонахождении Трои. Первое, что ее вообще не существовало, что Троя, война с ахейцами и все остальное – это выдумка Гомера. Второе, что она должна находиться где-то здесь. А почему здесь? Ну, потому что если Троя все-таки существовала... Существовала. В чем мы нисколько не сомневаемся, то она должна быть скрыта под более поздними наслоениями и выглядеть как большой холм. А что, это единственный холм в этой местности? В том-то и дело, что нет. Ну вот, 17,5 градусов. София, у тебя? У меня то же самое. А у Гомера четко сказано. Один. Холодный, как лед. Второй? Горячий. Едем дальше. Здесь нам искать больше нечего. Эфенди чем-то недоволен. Я привел туда, куда вы сказали. Да, Эфенди недоволен. Эфенди в очередной раз возмущен самоуверенностью людей, которые называют себя учеными. Они провели конференцию, они написали меморандум. Они решили, что трое здесь. Но никто из них не удосужился приехать и просто проверить температуру источников.